Добрый день, меня зовут Рустам Насыров. Сейчас хочу рассказать о своем лоте, который я выиграл. Это кирпичный гараж в городе Долгопрудный, 32 квадратных метра. За лотом смотрел давно. Вначале было два аукциона, я в них не участвовал. Потом пошло публичное предложение. И на публичном предложении, дождавшись своей цены, я поучаствовал и его выиграл. Было два участника, процент снижения от начальной цены составил 12%. Вот выставлялся за 630 тысяч, а я его взял за 553 500. Договор купли-продажи уже заключен. Собственность я уже оформил на себя. Сам живу в этом же районе, поэтому каким образом использовать помещение, еще раз думаю, хотел сначала для себя использовать, но цена сейчас уже на него в два раза выше, чем я ее приобрел. Поэтому подумаю, может быть, продам. Все, спасибо. Всем пока.